20 сентября в Гонконге состоялся премьерный показ документального фильма «Bitcoin Shape the Future». Состоялась премьера в рамках саммита «Shape the Future». Фильм снят компанией BitCan при поддержке Bitmain, Hobby, BigSyn и ViaBTC. Документальный фильм рассказывает о пути от создания до сегодняшнего времени первой в мире цифровой валюты – биткоина. Помимо этого, в «Bitcoin Shape the Future» затрагивается и загадочная личность создателя валюты Сатоши Накамото, которая, возможно, так и останется загадкой. Как сообщает CoinTelegraph, около полугода съемочная группа ездила по Китаю и общалась с самыми известными деятелями криптоиндустрии страны. В съемках фильма приняло участие более 20 руководителей различных компаний, бирж, обменников и майнинговых компаний. На сегодняшний день фильм уже есть в свободном доступе.